и исправиться вовремя. Так. Родители смотрят «Дом 2» или ты им запретила? У меня тетя смотрит «Дом 2», тетя меня поддерживает. Веришь в знаки зодиака? На самом деле я верю во все. И в знаки зодиака, и в судьбу. О, я ты верю. Домой. Угу, очень. Мы пошли в комнату. В знаки зодиака, конечно, я верю. Я раньше даже читала, что... Друг, да, Дим, не дергай шнур, пожалуйста. Я читала, увлекалась, но сейчас как-то я в последнее время немножечко подзабила на это дело. Да. Вот наша комнатка, где мы над пузом катались. Так надо сделать. Наша комнатка. Фотки поразить. Где мы пузом катались. Кстати, я Диме сделала фоточки в рамке. Вот это. Наши фоточки. Здесь у нас сердечко. Здесь мы будем... Верила в детстве Деда Мороза. Нет, Деда Мороза я точно не верила. Потому что он ко мне никогда не приходил. Участники не стесняются родителей. Все прекрасно понимают. Так, вот такая фотография есть еще у нас с Димой. И моя. Это, кстати, наш песик, если вы угадали. Это Бадди у Насти. Бадди у Насти. Вот, мы фоткались в VIP-доме. И это сейшельский песик у Димки. Хорошая комната. Да, кстати, комната. Хочу вам сказать, что в этой комнате, во второй комнате, цветочки подарил мне Дима. Это тоже подарил Дима. Классные фотки. Спасибо, ребят. Вот. Вот, кстати, у нас еще. У Димы есть братья и сестры? Дим, есть. Брат, у него есть брат, ему 15 лет. Кстати, мы читаем книги «Психология и эмоции». Настя следит за своей собакой. Слушайте, Настя отдала собаку на передержку. Настя отдала собаку. Собака сейчас в Москве у каких-то родственников. То есть ее на телепроекте нету. Настя Милославская хотела ее утопить, не утопила. Вот. Какой жанр фильмов больше всего нравится? Мне нравятся ужастики. Я обожаю ужастики. Да. Да. Я слежу за тобой, мужчина. Вот, ну ладно, наверное, будем заканчивать. Вообще нужно выходить в прямой эфир и какую-то тему обсуждать интересную, чтобы не вам было интересно, чтобы нам было интересно что-то рассказать, вам поделиться. С чего она хотела ее утопить? Ну, видимо, под... Настя весь... ее оставила на всех. Настя, да, Иванова оставила собаку на попечение всех ребят. Ну, то есть она ночевала в доме, в общем, в женской спальне гадила. Девчонки разозлились из-за этого. Подходили к ней раз, два, три, потом уже просто разозлились и решили вот прийти уже злые-злые. Тебе бы с Ромашовым... Чего? С Ромашовым было весело? Да, поможет, убил каждый второй день. Показывали вас сегодня, как водой обливались. Ага. Я, кстати, сама хочу посмотреть этот эфир. Я прошу, что ты нам бросил. Что там такого интересненького попало? Давай, прощайся. Все, ребят, огромное спасибо, что вы были с нами. Обязательно будем обсуждать какие-то насущные темы, интересные темы, задавайте любые вопросы, задавайте 1000 раз одни и те же вопросы, не стесняйтесь, мы на все готовы ответить вам. Дима уже устал, поэтому... Мой мужчина уже устал.
будем ложиться спать. Вот. Спасибо вам огромное. Всех любим, целуем. Ищите мою страничку, подписывайтесь ко мне. Буду я выходить к вам втихаря в эфиры. Про Диму буду рассказывать. Секретики всякие. А вот пукает по ночам, нет? Он не храпит. Все, прощайся. Вы из какого города? Я из Санкт-Петербурга. Ты так не попрощаешься никогда. Нет, не попрощаюсь. Видишь, мы еще крутиться будем. На ночь. Все, вот такой вот вам огромный поцелуй. Вот. Вот такой вот вам огромный поцелуй всем. Доброй ночи. Хороших снов.